Оренбург обыграл «Ротор» со счетом 2-0. На стадионе «Зенит» завершился последний в этом году матч для нашей команды. Во второй половине встречи на 55-й минуте гол в ворота «Ротора» забил Сильвия Бегич после прострела Попова. Хозяева поля отчаянно пытались отыграться, но безуспешно. Под конец встречи успех Оренбурга закрепил Игорь Удалый. Второй гол забили на 79-й минуте после подачи углового. Но теперь от первой позиции футбольный клуб «Оренбург» отделяют всего 2 очка.